усопших прав Твоих, покой, Господи, души усопших прав Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому. В 2010 году этот храм снова открылся, был восстановлен холм чести, и была впервые отслужена уже за вот этот вот большой промежуток времени панихида по усопшим, по воинам, по русским воинам, которые оставили, души свои положили, сражались за свою родину, за нашу армянскую родину, за Карс. Ну, тогда была великая одна родина, сначала Царская империя, потом Советский Союз. Я священник Тимофей Казарян, чистокровный армянин, православный армянин. Являюсь также помощником командира 102-й военной базы, российской военной базы, по работе с верующими военнослужащими. Сзади меня храм часовни Архангела Михаила. Верующие, конечно же, постоянно имеют возможность посещать храм. Когда уже Николай I приехал сюда в 1837 году, он основал крепость, назвал Александрополь. Город он назвал в честь своей супруги Александры Федоровны. Здесь всегда было спокойно, люди были доброжелательны. Если захотят люди жить в Армении, вот, тем более в Гюмри, то могут смело приезжать. Русские здесь чувствуют себя достаточно хорошо.